Время остановить нельзя. Но на радиостанции «Свобода» пробует это сделать. Внимание, высокое напряжение. Эта надпись на пульте радио «Свобода» символична. Здесь пытаются сохранить напряжение в отношениях между народами и государствами. Они бы охотно продлили времена холодной войны. Ниже подписавшийся информирован, что радиостанция «Свобода» создана ЦРУ и финансируется ЦРУ. Если он передаст информацию об этом третьему лицу, то подлежит наказанию до 10 тысяч долларов штрафа и тюремному заключению на срок до 10 лет. Общеизвестно, что радио «Свобода» и «Свободная Европа» – филиалы американской разведки. В Конгрессе США больше 2 лет обсуждают, как быть с этим наследием холодной войны. А радиодиверсанты тем временем действуют. Стенограммы заседаний в Конгрессе насчитывают уже многие сотни страниц. Хоть минимум приличий взывают сенаторы, но их красноречие бессильно. Радиодиверсанты действуют. Действуют цинично, попирая международные законы. Мюнхен. Федеративная Республика Германия. По-прежнему здесь расположены американские диверсионно-пропагандистские центры «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Убрать наследие холодной войны. Эти плакаты все чаще появляются перед их окнами. В Бундестаге ФРГ говорят о том, что присутствие в стране станции неуместно. Карл Гейнс Хансен, депутат Бундестага, в книге «Свободная Европа. Детище холодной войны» пишет, что само существование станций в наше время – абсурд. Другой видный политический деятель ФРГ Арно Бериш говорит, присутствие этих американских диверсионно-пропагандистских центров на нашей территории противоречит преамбуле и статье 26 нашей Конституции. Hier am Berliner Bahnhof Friedrichstraße. Гарри Чепук, председатель Союза журналистов Германской Демократической Республики, отмечает, что пропаганда радиодиверсантов вредит нормализации отношений между 2 германскими государствами. Доктор прав Герхард Хаан, юрист-международник из ГДР, подчеркивает, деятельность этих станций противоречит принципам, уставу и многим другим документам Организации Объединенных Наций. Сенатор Фулбрайт в июле 1973 года снова выступил в Конгрессе против финансирования радиостанции «Свобода» и «Свободной Европы». Ранее, еще в 1972 году, он писал президенту США: «Эти радиостанции представляют собой анахронизм, и мы должны проявить смелость и признать, что они пережили себя. Я считаю, что этим радиостанциям надо предоставить возможность занять достойное место на кладбище останков холодной войны». Протесты множатся. Но мир империализма не собирается сдавать позиции.
Физиологическую диверсию они считают надежным и проверенным средством. В данном случае об этом говорит господин Болл, американский дипломат в отставке, антикоммунист, проповедник идей холодной войны. Он глава комитета по спасению радио «Свободная Европа». За ним десятки таких же Боллов. Это их трудами до сих пор держатся на поверхности радиодиверсанты. День и ночь десятки мощных передатчиков шлют в эфир ложь и клевету на мир социализма. Одним из инструментов, которым они пытаются взломать дверь нашего дома, радиодиверсанты избрали национализм. Их задача – натравить одни нации на другие. Этот документ, озаглавленный «Директива», подписан президентом Комитета Радио Свобода Холлендом Сарджентом, давно связанным с Центральным разведывательным управлением. Мистер Сарджент, обладающий богатым опытом, наставляет своих подчиненных в том, как нужно извращать советскую национальную политику. Это, так сказать, концентрат яда. Смысл этих многочисленных слов сводится к указанию. Старайся поддерживать и пропагандировать определенные настроения среди слушателей русских и нерусских национальностей. Националистическая пропаганда, изощренная ложь, которым занимаются «Свобода» и «Свободная Европа», преследует одну и только одну задачу – подстрекать к подрыву социалистического строя единство социалистических наций. Радио Либерти versucht, den Sowjethörern diese Materialien, diese Роберт Редлих, глава пресс-службы «Радио Свобода», в своем интервью, конечно, ни словом не обмолвился об этих инструкциях. «К ЦРУ мы не имеем никакого отношения», утверждает он, запамятовав, видно, что сам состоит в штате ЦРУ, так же, как и его коллега Роберт Дрейер, администратор Ричард Кондон, шеф политического отдела Ван дер Ройер, Збигню Штумф из Кавказского отдела и другие. Мы берем информацию для передач из многочисленных источников, от крупнейших пресс-агентств мира, от собственных корреспондентов и даже из советских газет и журналов. Мы слушаем также передачи советских радиостанций. Wir lesen sowjetische Zeitungen und Zeitschriften und werten das aus und kommentieren es dann. Инструкция ЦРУ учит радиодиверсанта, как нужно читать советскую прессу. Берется случай, разумеется, отрицательный. Он возводится в закон советской жизни. Вы сочувствуете, сокрушаетесь, при этом почаще взываете к национальному достоинству и достигнете цели. Об этом источнике Редлих умолчал. Здесь подслушивают наши служебные и личные телефонные и радиопереговоры. Каждое пойманное слово потом используется, часть в передачах, а другая часть в шпионских досье ЦРУ. Источники информации «Радио Свобода». О них достаточно красноречиво повествует история одной из передач этой станции. Радио
Есть в Дагестане аул Хаджалмахи. Обычный колхозный аул, каких немало. Ссылаясь на рассказ этого человека, турецкого подданного Изет Тавхана, радио «Свобода» поведало однажды о беспросветной жизни в дагестанском ауле. Аварцам сочувствовали, обвиняли русских. «Изет Тавхан, — говорил диктор из Мюнхена, — своими глазами все видел. Он приезжал в этот аул в гости к своему двоюродному брату. Вот брат Изет Тавхана, Юсуп Ахмедов. Он действительно живет в этом ауле, и брат из Турции к нему приезжал. Но на этом правда, содержавшаяся в передаче «Радио Свобода», полностью исчерпывается. Дальше дело было так. Гости из Турции приняли по всем обычаям кавказского гостеприимства. Тавхан побывал у нас в Хаджалмахах. Его встретили здесь очень хорошо. Хочется мне вспомнить, как-то я оказался на торжестве одной бригады. У нас обычно принято после сбора абрикосов мы подводим итоги. Бригаде-победителю вручаем премии, переходящие в вымпел. Так и получилось. 8-я садоводческая бригада заняла первое место. Вот члены бригады отмечали свое торжество, и Изет оказался там. Туда пригласили его. И как-то я подъехал, мы с ним поговорили. И когда я спросил, ему уже пора было выезжать, осталось где-то 2-3 дня. Когда я спросил, какое у него настроение, с каким настроением уезжает, что хорошего увидел, он говорит, честное слово говорит, я боюсь, что меня не поверят там мои друзья, родственники, что хаджалмахинцы, дагестанцы, здесь так хорошо живут. Я боюсь, говорит, что меня после моего разговора посчитают каким-то коммунистом, говорит, посчитают, что меня мобилизовали. Так, говорит, я боюсь. Очень рад, говорит, с людьми познакомился, с селением познакомился. Может быть, говорит, еще через год, через два года, еще, если удастся, приеду. Вот как было. А радио «Свобода» рассказывала о нищете и всеобщем унынии. Может быть, Изет Тавхан виноват, подумали люди в ауле, когда им сообщили об этой передаче. Конечно, когда мы услышали о клевете, о жизни хаджалмахинцев, которые передавала станция «Свобода» из Мюнхена, все были возмущены. Я лично не поверил, что Изет может какое-то что-то передать о нас, о хаджалмахинцах. Но оказалось, что Изет Тавхан был здесь ни при чем. Узнав, как было использовано его имя, он прислал в аул звуковое письмо. «Верьте мне, люди, я не виноват перед вами. Я говорил о вас только правду, все хорошее, что видел. Все, кто плохо говорит о вас, о родине моих предков, все, кто хочет поссорить нас, мои враги». Bu ve beni görünce bütün küçük yeğenlerim şaşırdılar. Он решил приехать доказать, что это он не сделал. Мать Изата, Хадижат, когда она слышала такой разговор, она поставила такой вопрос сразу. Если, говорит, ты, говорит, не виноват, ты, говорит, должен доказать. Если, говорит, значит, ты это не докажешь, ты, говорит, моим сыном не будешь. Вот так она поставила вопрос. Турецкому подданному Изету Тавхану было бы нетрудно найти клеветников. Даже во время дружеской встречи на Всемирной Олимпиаде они не прекращали своей деятельности. Борец из Дагестана Заглав Абдулбеков, чемпион 20-х Олимпийских игр, рассказывает. В составе сборной команды страны по вольной борьбе я был участником Олимпийских игр Мюнхена. Ну, по ходу соревнований к нам подошли болельщики, группа болельщиков, которые назвали себя аварцами. Но
В беседе они рассказали, что их родители эмигрировали в Турцию до революции, и что теперь они переехали в Мюнхен на заработки. Ну, мы сидели, и к нам подошел молодой парень и сел рядом с нами. Но с ним никто не разговаривал, все были увлечены своей беседой. И это удивило, именно и он начал говорить, что, мол, он знает, почему с ним не разговаривает. Вы не хотите говорить, потому что он работал в радиостанции «Свобода». И рассказывал о этой радиостанции. Говорил, что там работают все изменники родины, которые перебежали во время войны, которые изменили свои родины, и что руководят этой радиостанцией американцы, что собирают очень много клеветнических материалов, говорят, обливают грязью нашу родину. Люди рады переменам, происходящим в мире. Пусть будет соревнование, но не в гонке вооружений. Это сближает народы, укрепляет дружбу, расширяет взаимопонимание. Таково требование наших дней. Подделываясь под стиль времени, радиодиверсанты в своих рекламных проспектах пишут: «Мы за диалог, за культурный обмен, за информацию. Люди, работающие на радио «Свобода», кощунственно называют себя свободным голосом народов Советского Союза. Свои гнусные цели они прикрывают националистическими лозунгами». Сотрудник армянской редакции Левон Мкартычян, он же Карташьян. Он называет себя защитником древней культуры армянского народа. Культура армянского народа действительно древняя. Свидетельством тому Матенадаран, всемирно известное хранилище древних рукописей в Армении. Мкартычян злостно оклеветал в передачах из Мюнхена национальную святыню. Матенадаран пустили с молотка, заявил он. Сотрудница Матенадарана Аида Кисаян рассказывает. Во всем мире сохранилось 25 тысяч армянских рукописей. Из них 10 600 хранится у нас в Матенадаране, остальное разбросано по всему миру. Вот книги, которые Мкартычян назвал в числе уничтоженных коммунистами. Коллекция Матенадарана до сих пор продолжает пополняться и обогащаться. Во-первых, имеется специальный фонд, предназначенный для покупки рукописей, когда это необходимо. Ну и очень часто мы получаем дары от наших соотечественников. Люди, которые дорожат историей армянского народа, преподносят рукописи в дар Матенадарана. Вот, например, в 1968 году мы из Парижа получили 37 рукописей. Эти рукописи завещал Армении Рафаэл Маркуса. А в 69-м году из Нью-Йорка поступило 304 рукописи, подарок Харутюна Хазаряна. Конечно, нет возможности в нашем зале представить все эти рукописи, и даже нет возможности назвать имена всех людей, которые нам преподносят рукописи. Сокровища, собранные в Матенадаране, служат людям. Их изучают историки, филологи из разных республик нашей страны. Я была участницей выставки искусства Армении «От Урарту до наших дней» в Париже. Выставка имела огромный успех и была отлично принята как французами, так и зарубежными армянами. На выставке в Париже побывал и Мкартычян. Здесь, очевидно, и пришла ему в голову идея оклеветать своих соотечественников. Мкартычян? Кто-то потом мне сказал, что он даже побывал на выставке, восхищался ею, а потом... Но эта клевета не самое грязное пятно в биографии Мкартычяна. Как мы уже говорили в фильме «Преступники на свободе»,
В годы войны он сотрудничал с фашистами на территории оккупированной Франции. «Я враг коммунизма», так пишет о себе коллега Мкртычяна Варздат Шауни. 30 лет назад, во время войны, один из узников фашистского концлагеря увидел Варздата Шауни среди офицеров гестапо. Одетый был он в черном добротном костюме, черной пилоткой. На левой руке белая повязка с фашистской свастикой. Внизу надпись «Шеф полицай». Цолок Айказян, заслуженный учитель Армении, прошел все ужасы фашистского плена, но остался верен своей родине. Он свидетельствует, что Шауни, нынешний сотрудник радио «Свобода», всю войну служил гитлеровцам в роли полицая. Таково истинное лицо этих защитников культуры армянского народа. Культурный обмен в филиалах ЦРУ понимают по-своему. У радио «Свобода» и «Свободная Европа» немало отделений в европейских странах. Там заняты своеобразными культурными связями. В этом секретном документе ЦРУ содержится более 70 вопросов, которые шефы разведки предлагают задавать советским людям, посещающим западные страны. Нам нужна информация, говорится в этом документе, чтобы иметь хорошее представление о том психологическом настроении, в котором живут наши потенциальные слушатели. Это ложь. ЦРУ нужна не психология, а шпионские сведения. Вопросы в анкете ЦРУ разработаны именно с таким расчетом. Этих людей на жаргоне ЦРУ называют загонщиками. Они знают расписание поездов, знают дни приезда людей из социалистических стран. В этом их работа. Они следуют методике случайного знакомства, прикидываясь земляками, истосковавшимися по родине. Затем по инструкции начинается обработка. Цель, если уж не склонить к предательству, то выудить информацию. Нургали Нусипжанов, солист казахского телевидения и радио, столкнулся с загонщиком во время гастрольной поездки в Швецию. Вот он, этот загонщик. После одного своего вопроса намекнул нам, что такие способные ребята и хорошие такие певцы, если бы мы остались там, мы могли бы там хорошо заработать и хорошо пожить. Ну, потом в одной из гостиниц я увидел проспект радиостанции «Свобода». И как раз там, смотрю, там стоит мой знакомый, фотографии. Об этой рекламе, которую агенты «Радио Свобода» подбрасывают в гостиницы, где останавливаются советские люди, упомянул Нургали. А это инструктор загонщиков, Карис Канатбаев. Пусть о нем расскажет тот, кто хорошо знал его в те годы, когда они вместе служили фашистам. Мы не будем называть имени этого человека. Он искупил свою вину перед Родиной. Но таких людей, как Карис Канатбаев, не может забыть. Часто он мне говорил, что его основное политическое кредо это то, что враг его врага это есть его друг. То есть, кто бы то ни был, который окажется врагом советской власти, будет другом его.
Следуя этому правилу, Канатбаев так всегда ориентировал своих сторонников и тех, которые принимали его сторону, так держаться тех, кто окажется на данный момент сильнее, кто может оказать эффективную помощь для достижения своей собственной цели. А это представитель грузинской редакции, некто Кучухидзе. Он ушел на войну из Тбилиси, изменил родине и воевал на стороне фашистов. С гневом говорят о нем земляки. Они напоминают таким людям, что мать Грузия держит в одной руке чашу для друзей, а в другой меч для врагов. Преступления Кучухидзе не являются тайной. Это один из документов о его прошлом. Он не только предал родину, но и толкал других на этот путь. Кучухидзе призывал установить в Грузии власть царя и князей. С такими же бредовыми идеями он выступает и сегодня. Такие националисты с кровавым прошлым составляют основной штат Радио Свобода. Что они могут предложить нам в своих передачах? Их хозяева уже не первое десятилетие отравляют целые поколения суррогатом античеловеческой, так называемой массовой культуры. Человеку, который вырос в другом мире, трудно существовать в условиях, которые так расхваливает свобода и свободная Европа. Его зовут Виктор. Он был матросом на советском судне. Однажды в заграничном порту не вернулся на корабль. Теперь он снова на родине. Его простили. Скажите, Виктор, что вы приобрели за 8 лет жизни на Западе? Что я могу приобрести за это время на Западе? Человек без родины, без будущности, не имея документов, не имея ничего и... Большей частью мне приходилось быть без работы на улице. Люди, которые бегут из социалистических стран, они не минуют американской разведки, а также некоторых антисоветских организаций. Не миновал этого и я. Их финансируют таких вот предателей, у которых руки по локоть в крови, которые были тысячи расстреляли ни в чем невинных людей. Они хорошо зарабатывают, потому что они льют грязь на свою родину, на свой народ. И те, кто идет по этому пути, живут неплохо. Мне предлагали сотрудничать, работать в американской разведке на радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Знаю я хорошо господина Околовича, который был агентом гестапо. Трушинович, Рар, Артемов, Редлих, Гаранин, ну и многих других, с которыми мне приходилось встречаться, говорить, выпивать, обедать с ними. А этого человека вам приходилось встречать? Как я уже раньше говорил, я знал Гаранина. Встречался с ним 2 раза в его собственной квартире. Господин Гаранин, он же Синицын, он же Арбенин, он же, впрочем, всех его фамилий и кличек не упомните. Сказать короче, палач и предатель. Был прокурором в бандах изменника Власова. Являлся сторонником
публичных расстрелов, говоря, что подобные зрелища закаляют молодежь. Причастен к расправам над еврейским населением. До недавнего времени у микрофонов «Радио Свобода» рассуждал о положении евреев в СССР, он, на совести которого тысячи казней и убийств. Гаранин, один из главарей НТС, постоянный автор антисоветских передач «Радио Свобода». Мир изменился. Он уже не тот, когда гаранины могли безнаказанно убивать. Но и сегодня враги мира и гуманизма дали возможность гаранинам отравлять людей своим ядом. Этот человек называет себя профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке. Однако свое подлинное имя господин профессор скрывает. Письмо в Уфу к башкирскому писателю Фариду Исангулову он подписал «Азат Салават». Журналист Николай Иванович Лёшкин заинтересовался биографией Азата Салавата, который выступает в передачах «Радио Свобода» с клеветой на татарскую и башкирскую литературу. Кто он? Этот литературовед из Мюнхена. Почему адресует провокационные письма именно писателям? Николай Иванович разыскал в архивах подлинные документы прошлых лет. Он беседовал со многими людьми. Дважды герой Советского Союза полковник Муса Гареев рассказал ему о встрече с так называемым Азатом Салаватом во время своей поездки в Мюнхен. Нашлась его фотография. А потом нашелся человек, который сказал... Мулюк Гимранович, разыскивая предателей, я натолкнулся на одно очень любопытное ваше заявление. Вы написали его давным-давно, в 45-м году, на имя советского командования в Германии. Выходит, что вы очень хорошо знали этого человека. Два с лишним года. Два с лишним года? Два с лишним года. Времени было достаточно, чтобы хорошо узнать его. Я его хорошо знаю. Прежде всего, он представлял себя как добровольно вышедший в сторону немцев. Он очень ловкий. Он... Везде хотел себя показать, как сыщик рылся там и здесь, где только он не был. Нацист первой степени, продался фашистам, ну, душой и телом. Да, Азат Салават на самом деле Гариф Султанов, один из бывших главарей, созданной фашистами, националистической организации «Идель-Урал». Гариф Султанов и тогда уже проявлял особый интерес к писателям. На руках профессора Колумбийского университета кровь этого человека. Муса Джалиль, татарский поэт, герой Советского Союза, 11 августа 1943 года по доносу предателя был брошен фашистами в застенки Моабита. Люди и документы свидетельствуют с неопровержимой точностью. Этим предателем был Гариф Султанов, засланный фашистами в подпольную организацию сопротивления. Не о нем ли Муса Джалиль написал в своей моабитской тетради через 3 месяца после ареста? Двуличному. Я в 99 заплатах,
но нет в душе прорех и нет заплат. А ты в одеждах щеголя богатых, душа твоя с заплатами подряд. Ведь известно, что Гариф Султанов лично участвовал в пытках и издевательствах над Джалилем и его товарищами. Они были казнены в берлинской тюрьме Пляцензее. А Гариф Султанов в 1944 году гитлеровцы наградили Гариф Султана медалью. И при вручении этой медали было сказано, что он награждается за выявление врагов Великой Германии. Теперь Гариф Султанов продолжает свою провокаторскую карьеру у новых хозяев в Нью-Йорке и Мюнхене. Пел я весеннюю свежесть, почуя. Пел я, вступая за родину в бой. Вот и последнюю песню пишу я, видя топор палача над собой. Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит. Каждый нынешний день мира оплачен жизнью павших борцов. Мы никогда не должны забывать об этом. И именно поэтому наш долг перед будущим – бороться с остатками прошлого, с остатками темных сил. Живет в Будапеште Иштван Пинтер, журналист. Он никогда не встречался с Николаем Лёшкиным из Уфы, но так же, как и он, как и все, кому дорог мир, Иштван не остается равнодушным к преступлениям радиодиверсантов. Он постоянно разоблачает их в своих статьях, книгах, кинофильмах. Факты, о которых пишет венгерский журналист, строго документальны и действуют неотразимо. Недавно Иштван Пинтер написал и издал книгу. В ней подробная история создания американской разведкой шпионско-пропагандистских центров. Детальное и доказательное описание их грязной деятельности. Книга называется «На американском содержании». К радиодиверсионной работе ЦРУ, как правило, привлекает людей, которые уже не могут терять честь и достоинство. Их давно нет. Несколько страниц в книге посвящены этому человеку, Ласло Борбии. Несмотря на свою импозантную внешность, этот человек совершил преступление против своей родины и своего народа, за что приговорен венгерским народным судом к высшей мере наказания. И этот преступник является спортивным комментатором «Свободной Европы». Видимо, здесь считают, что преступление тоже своего рода спорт. Вообще в ЦРУ со здравым смыслом обращаются беззастенчиво. Колокол свободы они сделали эмблемой радиодиверсантов. В то время, когда укрепляются добрососедские отношения со странами социализма, они выдвигают свои передатчики, сеющие ложь и клевету, к самым границам суверенных государств, вмешиваются в их внутренние дела. Передатчик «Свободной Европы»
у границ Чехословакии. Собираясь на свои совещания, вопреки всему, что происходит в мире, радиодиверсанты говорят о том, как разжигать вражду между народами. Провалившись с попытками прямой атаки на социализм, они теперь маскируются разговорами об улучшении социализма. В ход идут давно отброшенные националистические идеи. Они не стыдятся вытаскивать их даже из гитлеровских архивов. Меняются только обложки. Сами к своим словам они относятся весьма цинично. Они знают, что верят им очень немногие неопытные люди. Но ЦРУ платит, а кто платит, тот заказывает музыку. Это их реклама. Радио «Свободная Европа», «Окно на Запад». Слушайте «Свободную Европу», и вы узнаете о жизни на Западе все. Вряд ли этот человек сам верит тому, что он говорит. Но кое-кто слушал. И верил. И вот он, Запад. Нет, он оказался совсем не таким, как о нем говорили в передачах. Зачем перед входом в рай снимают отпечатки пальцев? На этих кадрах жизнь в лагере для беженцев из социалистических стран. Их письма, в которых повторяется одно и то же. Я совершил роковую ошибку. Дайте мне возможность вернуться на родину. Эти люди, в свое время поверив западной радиопропаганде, бежали из Чехословакии. Теперь, после долгих мытарств на чужбине, они возвращаются. В Венгрии нам рассказали трагическую историю о том, как погиб человек, обманутый радиодиверсантами. В эту школу вблизи небольшого города Дебрецен ходил когда-то мальчик по имени Золтан Ковач. Здесь и сейчас работает учительницей его мать. Она не считала предосудительным, что ее Золтан слушает передачи радио «Свободная Европа». Он поверил сладким голосам из Мюнхена. Уехал на Запад совсем молодым. В письмах он уверял мать, женился. У тебя теперь внук.
Живу хорошо. Но на деле, устав от бесконечных лишений и поисков работы, он пошел на крайность. Завербовался в американскую армию и был отправлен во Вьетнам. Он не вернулся. Домой пришло сообщение. Венгрия, Анта Лукович, Дебрецен, улица Натчере, 34. По поручению военного министра США с глубоким прискорбием сообщаем, что ваш сын, старшина Золтан Ковач, пропал без вести во Вьетнаме. Вертолет, в котором он был вторым пилотом, сбит огнем противника. За что погиб венгерский парень в войне, которую сами американцы называют самой позорной войной? За что он погиб? Не знаю. Не знаю, повторяет мать. Ведь он писал, что все хорошо. Расскажите об этом всем. А те, кто толкнул ее сына на гибельный путь, продолжают действовать. Они пишут обширные доклады президенту США и, вопреки здравому смыслу и духу времени, пытаются продлить существование радиостанции. В июле 1973 года в Конгрессе принято решение о дальнейшем финансировании радиодиверсантов. Им выделено на этот раз свыше 45 миллионов долларов. Это решение вызвало возмущение прогрессивной мировой общественности и ликование врагов мира. Они продолжают безнаказанно совершать преступления. Они лгут и изворачиваются. Они пытаются скрыть свое прошлое, лицо, имя. Они закрывали объективы наших кинокамер во время съемок этого фильма. Но они не в силах остановить время, как не в силах сделать это и те, кто стоит за ними. Время идет вперед и в Москве, и в Мюнхене, и в Нью-Йорке. Время остановить нельзя.